Лолипончик, блестящие раскраски. Привет, мальчики и девочки! Вы на канале Лолипончик, и у нас, как всегда, есть чем вас порадовать. Пришло время для еще одной необычной куклы Лол. Все самое интересное через несколько секунд. Привет, ребята! Мы прочитали все ваши комментарии и выбрали победителей. Вячеслав Ушаков, Машеньку, пожалуйста. Ирина Красильник. Ой, мне так нравится Маша. Екатерина Васильева. Машулечку-красотулечку. Саша Бэй. Маша лучше всех. Как вы уже догадались, сегодня мы будем рисовать Машу из «Маши и Медведь» в образе куклы Лол. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить новые видео с блестящими и необычными раскрасками питомцев, сестричек и кукол новой серии «Декодер». Холли и Няша, вы поможете мне? С удовольствием, Лоли! Тогда возьмем наши фломастеры, немножко магии и раскрасим нашу Машеньку. А давай мы будем называть цвета, а ты будешь раскрашивать. Замечательная идея! Вместе всегда веселее! Бежевый. Коричневый. Ух ты, как круто у нас получается! Розовый. Голубой. Молодцы, девчонки, здорово получилось, но мне кажется, не хватает украшений. Няша, тебе нравятся золотые блесточки? Еще бы, это же мои любимые, но хочется еще розовых немножко. У тебя хороший вкус, Маше розовые очень идут. Ты стала намного круче, ты так красиво украшаешь. Немножко цветочков на платочек. Украсим платье красивыми блестяшками. Девочки любят блестяшки. Какая хорошенькая. Даша просто красавица. Напишите в комментариях, как вам Маша в образе куколки Лол? Хотели бы вы такую куколку? А чтобы ваш комментарий попал в видео, напишите, где вы допустили ошибку, называя цвет, украшение или имя персонажа. Это видео наберет 100 лайков, мы добавим в описании ссылку на разрисовку, и вы тоже сможете нарисовать Лол, Машу. Кого из принцесс в образе Лол вы хотите увидеть в следующем видео больше всего? Нейрис из «Монстра на каникулах» или Пинки Пай из «Little Pony»? Чей вариант наберет больше лайков, тому мы еще передадим большие приветы.